Здравствуйте, меня зовут Мансуров Сергей, 50 лет. 3 года назад у меня обнаружили расслоение аневризмы аорты. И с того времени мы начали искать врача. Да, 3 года назад в нашей семье произошла очень непростая операция. Моего мужа обнаружили тот самый диагноз, которым он только что сказал. И, конечно же, состояние было очень критическим, потому что были очень большие, сильные боли в спине. Мы сменили 3 больницы. Это была старая Ташми, это была 15-я кардиология. Наконец-таки мы попали в грудную хирургию. И на тот момент я обращалась в огромное количество клиник. Это была Германия, Израиль и, естественно, то, что ближе к нам, и Украина, кстати, и Белоруссия, Россия. В России мы обращались в Бакулеву, ребята тоже подтвердили свой пресс, но чуть позже в Мишалкино. И вот тогда, когда мы нашли Ведади, он был готов приехать на нашу операцию. И буквально за сутки вопрос был решен. Мы выяснили, врач выяснил состояние моего мужа, посмотрел анализы, что действительно операция возможна, но опять-таки на тот момент никто никаких гарантий не давал. Это был некий такой, не эксперимент, а, наверное, все-таки получится, не получится, потому что расслоение по всей аорте – это очень серьезное заболевание. Операция шла больше 15 часов, плюс-минус. Что делали во время операции? Значит, было произведено протезирование аорты плюс замена митрального клапана. Состояние после операции было очень тяжелым. Операция прошла, в общем-то, очень неплохо, но восстановительный процесс очень тяжелый. В течение 2-3 месяцев еще шли всевозможные реабилитационные программы. Спасибо ему огромное, этому врачу, конечно, я ему очень благодарен. Он, конечно, для меня останется на всю жизнь человеком номер один. После того, как прошла операция, любой наш звонок врачу в России он никогда не оставлял без внимания. То есть он всегда был готов нам ответить на все наши вопросы. Плюс по приезду в Ташкент, когда он прилетал в Ташкент, мы всегда очень часто с ним встречались помимо клиник. Потому что врач Ведади для нас стал уже больше как даже не врачом, а нашим другом. Конечно же, у меня были волнения, когда я увидела врача впервые, потому что мне показалось, что он очень молодой. И, конечно же, у меня было такое некое предостережение, сможет ли он выполнить эту операцию, потому что многие врачи от нас просто отказывались. Все практически врачи, кто смотрел Сергея документы, мне бросали документы на стол и говорили о том, что здесь никаких нету шансов. И единственный врач, который действительно был готов прилететь в Ташкент и произвести это, только Ведади. Да. За что ему большое спасибо. Очень респект вам. Спасибо.